Так, всем доброго дня. Приступаем к осмотру двигателя CFC. Демонтировали поддон. Ничего тут криминального не видно. Состояние зубчатых колес. Все красивенько. Так, продолжаем также осмотр мотора CFC для Volkswagen Transporter T5-T6. Состояние впускных окон. Состояние под клапанной крышкой. Дата производства мотора 12 месяц 2014 года. Состояние выхлопа. Все красиво. Так, еще о маленьком пробеге свидетельствует вот эта вот ерунда состояния системы охлаждения. Они работают на красном антифризе и все максимально ржеют.